Всем привет, с вами снова Трибунал, и сегодня мы поговорим о новых сетовых шмотках. На 90 уровне появляются вот такие вот сетовые шмотки, они начинают падать, ну в принципе от 90 мы когда подняли, их еще не было, я так понимаю, их добавили в обновлении. Сейчас вам покажу. Начинают падать вот такие вот лилового цвета, я не знаю какой это цвет, вот шмотки. Значит, они внизу, вот видно набор замыслы волка, и вот такие вот наборчики. Сами наборы по статам, сама шмотка хуже, чем золотая. Все-таки золотые остаются топ по статам, и просто набор можно перенести. То есть у нас будет с набором золотая шмотка. Изначально мы увидели то, что в магазине появились вот такие снаряжения набора. Их здесь 10, да, вот этих снаряжений, но они дублируются. Тетива Валькирии, тетива эльфа, сила Берсерка, сила Хранителя. То есть кровь, кровь, сила, сила, замыслы, замыслы и возрождение. Ну тут Уроборос вместо вот возрождения. Значит, на данный момент доступны 5 сетов, которые последние. Первых 5 нет. Так как я понимаю, эти первые 5 будут доступны на 100 уровне. На данный момент, значит, у нас, секундочку. На данный момент, значит, вот эти наборы, когда вы активируете, они появляются вот здесь вот в кнопке у вас в наборах. Значит, есть у вас также вот шмотки, эти наборы можно будет переключать, соответственно. Есть вот шмотки, и вы смотрите сами наборы. Сейчас мы посмотрим, что какой набор дает. Так, кровь тролля дает ком, и сет состоит из 6 частей, но вы можете собрать, например, 2 сета по 4 части, то есть если вы хотите, то есть не обязательно собирать все 6, то есть можно и так собрать. Но если собираешь 6, дается дополнительный еще эффект. Значит, кровь тролля нам дает кон, если одна шмотка плюс 80, если 2 кон. Я не буду говорить, сколько кона, здесь написано, просто еще сопротивление 101. На 4 она дает еще физурон минус 3. Ну, в принципе, так себе стат. Но вот на 6, подвергаясь атаке, есть определенная вероятность. Ну, да, то, что прокнет баф, и вас нельзя будет критануть на 6 секунд. В принципе, кровь тролля, я, в принципе, считаю, ну, слабый сет. Ну, он не нужный. Просто мне выпал, ну, я активировал. Так, тетива эльфа. Значит, что у нас тетива эльфа? Значит, декс плюс 80, вероятность попадения плюс 3 на втором уровне добавляется, на четвертом уровне добавляется урон к импульсной бомбе, ледяного шока, увертюры и рассвет плюс 6000, ну тоже так себе. И на 6, в комплекте с 6 вещей дает 400 декса, атакуя цель, есть определенная вероятность запустить одну атаку на 25 тысяч урона. Ну, в принципе, хороший бонус. Да, неплохой. Дальше замыслы волка, сила плюс 80. Вот, на второй, на двух шмотках сила плюс 240, физмаг атака плюс 720. На четвертой, если 4 шмотки, сила 300. Во время атаки есть определенная вероятность добавить себе щит, который поглощает 360 тысяч урона на 10 секунд. И последнее, на 6 шмотках есть вероятность сократить время отката, да, таких навыков, как гнев дьявола, взрыв. Ну, в принципе, вот, можно почитать на 1,8 секунды. Ну, так себе. Но, тем не менее, если там пару раз прокнет, то можно сократить там хотя бы на 4 секунды, например, навык. Ну, это, в принципе, неплохо. Дальше. Уроборос. Так. Значит, кон. О, здесь неплохо. Вот этот интересный сам комплект именно для танков, для хиллеров. Значит, он дает кону в основной стат. На двух шмотках лечение плюс 6%, добавили добавочный эффект. И вот, наверное, вот, это, вот этот атрибут набора будет самый интересный. Потому что на четырех шмотках, получая атаку, приводящую к смерти, дается непобедимость на 2,5 секунды. То есть вы после смерти, грубо говоря, ну не смерти, то есть вам, если наносит смертельную атаку, вы еще 2,5 секунды живете. И я так понимаю, если вас отхилят, то вы останетесь еще живым. Откат у этого навыка 120 секунд, то бишь 2 минуты. Эффект набора иммунитета от смерти одинакового типа запускается только один раз. Ага, да. Нельзя, например, собрать 2 таких набора по 4, я так понимаю. Или, например, 90 и 100, и они не будут работать вместе.
Так, и при 6 шмотках, во время того, как вам дается вот этот вот щит, вам еще вешается, ну, не щит, а вот непобедимость на 2,5 секунды, вам еще вешается щит, который поглощает 720 тысяч урона на 12 секунд. Но это, в принципе, ок. Вот именно вот этот вот сет, именно для выживаемости, интересный. Например, даже на том же воине, там у него и так есть перерождение, грубо говоря, на 9 секунд после смерти. Это еще одно перерождение на 2,5 секунды. Но это реально очень крутая тема. Так, это вот 4 сета. Дальше у нас есть еще сила берсерка. Вот, она дает инст. Плюс 8, ну, в принципе. Вот, инст плюс 80. Дальше, ну, они стандартно дают с этой, да, я опять не буду говорить, но здесь основной стат инст. На двух шмотках физатака плюс 720, на четырех, так, подвергаясь атаке, есть вероятность повысить собственный отпор плавучести нокдауну на 6% на 10 секунд. Ну, это, типа, слабый баф, 6% шанс, что вас не дебафнут, типа, на нокдаун или еще что-нибудь, но это не очень. Угу. И при 6 шмотках при запуске проблеска порхание ласточки урон плюс 10280. Ну, тоже слабо, скажем так. Так, где еще? А, все, это 5 сетов, да? Вот именно вот эти вот 5 сетов. 5 наборов. В принципе, основной типа бонус от этих наборов — это статы, которые именно, ну, вот эти кон, декс, инт. И вот неплохой баф, я бы сказал, вот уробороса. Да, вот из 6 даже, вот здесь есть смысл 6 собирать. Если в остальных можно по 4 собирать, то здесь вот именно есть смысл собирать 6 шмоток. Вот, эти наборы, вот, причем наборы, я так понимаю, можно будет еще вот за какие-то вот такие вот камни, обломок руны, ну где их взять, я пока еще не знаю. Вот с этих обломок рун можно собирать, и также можно эти наборы покупать в магазине. Ребята уже продают. Значит, в самом низу снаряжение набора. И стоят они недорого. Стоят они 2400, в принципе, в запакованных шмотках, да. И вы можете собирать себе сеты потихоньку. То есть, и, ну, в принципе, вот тоже шмотка. У меня нет, если я возьму, у меня уже... А, нет, у меня не уроборос, по-моему. Я не помню, у меня тоже колечко есть. А, у меня кровь тролля. У меня просто плюс 80 коны. Вот. Ну, я просто поставил, потому что ее продать нельзя и никуда ее девать, скажем так. Ну, в перспективе там либо Dex, либо Strange, либо Int будет. Посмотрим, какой сайт будет падать, и будем что-то смотреть. Специально я не буду покупать, деньги не буду тратить. Ну, будем надеяться, что что-то выпадет, потому что, ну, как показала практика, людям падает, ну, прям хорошо. Вот прям хорошо, у людей уже по 2, по 3 шмотки есть такие сетовые, и дают неплохие вот прибавочки, скажем так. В принципе, сказал все. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии. Если дополнение, опять-таки, тоже пишите в комментарии. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.